Всем привет и добро пожаловать во FNAF пародию, которая называется The Wizard's Manifest. Это игра FNAF пародия про Wizard аниматроников, про старых аниматроников из второй части. И сразу хочу подметить, блин, какая крутая менюшка. Просто. Не, мне реально нравится. Так, давайте начнем. Так. Здесь что-то знакомое. А мы что, только в одну сторону смотрим? Ага, привет. У меня тратится батарея от камеры. Интересно. Короче, я так понимаю, что если я просто его увижу, то... то мне нужно на него посветить. Отойди. Отойди. Я правильно делаю? Я в нужный момент это делаю? Нет, я это делаю не в нужный момент. Отойди. Отошел. Все. Хорошо. Я понял, когда надо это делать, но я понял не в правильный момент, потому что у меня только два деления на фонарик, и я, возможно, умру. Ура! Я так понимаю, что это игра такая, в которой, получается, на каждую ночь, каждая новая локация, и новый аниматроник, и новый противник. Хотя в данном контексте у нас это синонимы. Может, мне надо, кстати, светить не так, как я делаю, а нажимать периодически, а не задерживать. Итак, навряд ли я, конечно, сейчас выживу, потому что, опять-таки, одно деление заряда и практически пол ночи только пройдено, пол времени всего. И, кстати, говорилось, что еще в комнате может появляться, но пока что он не появляется. Может, сейчас появится? Не, он в коридоре. Давай, я попытаюсь. Давай. Давай. Это не сработало. Окей. Ладно, значит, наверное, дело в том, что я просто вначале расходовал фонарик. Давайте попробуем еще раз. Нажав на Enter. Ну и новая игра, я думаю, имеет смысл запускать игру. Хотя это ничего плохого мне не сделает. Смотрим по камерам на коридор. Как бы меня не полетел помидор. Да, это было замечательно, я знаю. Можете мне не аплодировать. И, кстати, он близко. Он даже камеру пропустил, как мне кажется. Давай. Я наготове. Самый быстрый палец на Диком Западе. Уже готов нажимать на Ctrl. Все, отпускаем. Не тратим лишнего заряда. Блин, быстро он. Он уже на второй. На самом деле, если ты тут останешься, то это будет услуга для меня. Такая очень приятная, очень приятный подарочек, который ты мне сделаешь, если останешься на одной камере. Но, видимо, нет. Отходи, пожалуйста. Спасибо. Итак, в этот раз, может быть, я и выиграю. А, может быть, и нет. А, навряд ли я выиграю, потому что он уже там. В смысле? Не понял. Где он? Где он? Ты где? Непонимание. Непонимание. Непонимание происходящего до мозга костей.
Вот он. Фу! Не пугай так, пожалуйста. Ладно. Отлично. Блин, на самом деле вот в этот ща, вот этот раз я не знаю. Надеюсь, выиграю. А надеюсь, что Бонни появится на камеру. Где он? Где он? Ты где? Бонни. А, господи. Все. Да, то есть с самого начала он не появляется на камерах. Он появляется чуть погодя. Главное, чтобы он в принципе появился, чтобы мы знали. Как говорится, контроль и абуз. Абьюз. Абьюзивные отношения. Это плохо. Это печально. И печально только еще факт того, что, может быть, я не выиграю, а... Блин, так как мне пройти эту ночь? Как мне пройти эту ночь? То есть мне чисто физически не хватает заряда. Кстати, надеюсь, это не единственная ночь. Потому что мне кажется, что я где-то такое видел. Где-то видел эту FNAF-пародию уже. Наверное, у Нептуна. Но я не буду утверждать, потому что... Ну, потому что не буду я утверждать, и все. Я просто надеюсь то, что... Ну, правда, я надеюсь то, что это будет нормально. И, кстати, там говорилось то, что он может зайти в комнату. Давайте подождем, может... Может, мне нужно подождать, пока он в комнату зайдет ко мне? Типа, заходи. Я подожду. Во! Вот. И вот он тут, в комнате. Давай. Отлично! А, отлично. То есть я даже могу не идти никуда. Отличная работа. Сидишь на одном месте. Хотя, может быть, он будет идти дольше, и чем дольше я на него смотрю. Ну, типа... Звучит интересно. Проверять я не хочу. Но стоит. Хотя нет, не стоит. И, кстати, тут три микрофона. Я заметил. И, по-моему, двое из них на другое не похожи. Давай. Уже нацелен на глаза. Отлично. Так, в этот раз у меня все шансы есть, как мне кажется. Ну чисто, так сказать, математически. Если посмотреть, то у меня 75% заряда. И меньше, чем половина от ночи пройдено. Ну, то есть, все, в принципе, логично. Хотя, по факту, у меня где-то 60%, потому что давайте будем реалистами. Я посветил немного, когда у меня было 3 деления. Значит, у меня где-то уже примерно процентов, ну, 60, ну, окей, может, даже 55. Ладно, давайте просто жить. Отлично, отлично. Не, мне кажется, в этот раз я пройду эту ночь. Если это вообще можно считать ночью, это просто как, знаете, как развлекаловка с Бонни. Как бы это ни звучало бы плохо, неправильно и... Или как-нибудь иначе. Главное, что просто я должен пройти эту ночь, мне кажется. И, кстати, тут нет такой поблажки, как во втором ФНАФе. Там, если помните, когда было 0%, 0 делений, то ты еще немного мог светить фонариком. Отлично. Здесь такое, как говорится, не прокатит. И главное, чтобы у меня все прокатило, и чтобы я выжил. Ну, должен. По идее, должен. По идее, должен. И, кстати, тут, по факту, как мне кажется, рандом. Рандом тоже решает. И, да, я выжил. Прозвенел звонок. К счастью, не на урок. Ну, давай посмотрим, есть ли тут вторая. Да, тут есть. С Чикой.
Давайте подрубаем свои навыки перевода. А почему две чики? Я извиняюсь. А, да, две чики идут на тебя. Чика в коридоре слева и чика в вентиляции справа. Чтобы отогнать чику из коридора, используй шокер, который у тебя есть, чтобы ее, собственно, дословно сейчас попытаюсь перевести, чтобы остановить чику из вентиляции, которая идет на тебя, убедись в том, что ты закрыл вентиляцию, в которой она, и ты, ну, убедись, что ты это сделал через монитор камеры, когда она слишком близко. То есть тут такие вот формулировки, такие, как бы подразумевающие, что я немножечко дурачок. Не, не то чтобы я как-то думаю, что авторы думают, что я дурак, просто такие, как бы, чересчур уточняющие формулировки. Зачем это так сделали? Так, так, я слева. Так, блин, нет, все-таки сложнее. Все-таки сложнее. Так, закрыть вентиляцию. А, я забыл, как... Так, вроде нормально. Отлично. Так, откроем. Блин, я не знаю, экшен, экшен. Адреналин в крови повышается. Ладно. А где? Где? Все нормально? Я надеюсь. Давай. Я не знаю, зачем мне смотреть направо. Что, где? А! Я понял. Все хорошо. Я дурак. Так, все, вот сейчас закрываем. Блин. Чика, уйди. Отлично. Все. Не паникуем, я говорю. Все отлично. Так. Нам говорят, кстати, чтобы насчет левой чики, чтобы мы... Так, ну я так понимаю, еще она может поближе прийти. Вот. Наверное, сейчас нужно ее бить будет. Нет, не сейчас. Наверное, сейчас. Если она будет... А когда? А когда? Я гляжу за вами. Вот сейчас. Но это уже бесполезно, наверное, потому что у меня шокер сломался. Точнее, разрядился. И, кстати, говорили, чтобы я долго на камеру не смотрел, потому что это нервирует левую чику, ну, чику слева. Но мне кажется, ее нервирует больше тот факт, что я смотрю на нее, чем тот факт, что я смотрю на камеру. И, блин, блин, вот бы выжить. Я смогу. Нет. Не надо! Пожалуйста! Черт! Пожалуйста! Прошу! Не надо! Не надо! Меня съели. А ведь не я ж съел. А так все хорошо начиналось. Ну ладно. Невелика потеря на самом деле. Просто попробуем еще один раз. Фух, так, я уже за это.
Вот, кстати, она там... Видны ее провода немножко. И... А, господи, вот сейчас бы был... Вот сейчас бы я надел делов, потому что я же забыл то, что это... Я не обратил сразу внимания, то, что это первая камера, а не третья. Ну, хорошо, что в принципе обратил внимание. И вот она сначала как-то не двигается. Ту-ту-ту. Чтобы, как говорится, не сгладить. Надеюсь, не сглажу. Черт. Так, где? Где? Я пропустил ее. Ну, это. Что могу сказать? Фейс-контроль прошел неудачно. На самом деле, мне реально нужно бдить за чикой из вентиляции. Кстати, вот реально у меня такой забавный вопрос. А где мы вообще находимся? И уместно ли такой вопрос вообще задавать? Потому что почему две чики? Это какая-то, я не знаю, параллельная реальность, где одна чика из, там, допустим, из вселенной, где аниматроники существуют, и при этом, там, я не знаю, придумайте какое-нибудь малое отличие. Ой, там, я не знаю. Например, то, что шокеры разряжаются быстро. Хотя, кто сказал, что быстро? Где, я не знаю. Кстати, тут есть вот фонарик. Я не знаю, зачем фонарик. Не знаю, зачем фонарик. Я даже не понимаю, как его использовать, потому что, камон, мне говорили единым нажатием мыши. Да. Мне прям так и говорили. Одиночным нажатием мыши включается фонарик. Он не включается так. Так, это была чика слева. Здесь удобно. Ага. Ну и что? Так, давай, отлично. Так. Все хорошо, все хорошо, все хорошо. Я в оба глаза, а каждый глаз... Один глаз на одну чику. Чего-то я не мог. Так, все отлично, все хорошо. Так, ну, говорю, один глаз на одну чику. Не помню, не сейчас. Давай. Вот сейчас. Черт! Сейчас было некрасиво, потому что, да, у меня залипание мыши. Произошло залипание мыши, точнее не мыши, а кнопки, что не есть хорошо, и зачем вообще такая функция присутствует? Надо будет как-нибудь на досуге убрать это. Вообще, в принципе. Давай. Ты думаешь, что... И вот... Во, отлично. А я уже хотел просто, знаете, на всякий случай. Пусть типа будет. Ладно, я смогу, я смогу, я смогу. Я смогу. Почему я должен не смочь? Потому что, наверное, я и русский язык — это две несочетаемые вещи. И за это меня, наверное, покарают. Ту-ту-ту. А, как говорится... Давай же. Все. Все. Я прошел. Ура! 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 Я прошел! Я смог! Почему я так сильно радуюсь этому? Итак, есть ли тут... Да, тут есть ночь с Фредди. Но думаю, что я пройду ее во второй части прохождения этой игры. Ну, если она вам, конечно, понравится.
Ну и что же, надеюсь, вам понравилось. Спасибо за просмотр. Всего тебе хорошего. До скорого.